Это дочка судьи на пробу. Сегодня ночью ушла из дома, до сих пор не вернулась. Была одета в желтую ветровку и белые кроссовки. Есть основания полагать, что вашу дочь похитили. А что же это за человек такой, который захотел делать ей больно? Кем надо быть? На заднем плане вычленили шумбом. Берег Галичный. Место, где ее держат, скорее всего, это побережье. Вам в последнее время никаких угроз не поступало? Картина. Сдирание кожи с продажного судьи. Я, кажется, нашел того, кто мог это сделать. Освободился полгода назад. И, видимо, сразу же начал подготовку к похищению дочери судьи. Это был единственный способ заставить его исправить его же ошибки. Приговор был справедлив. Заседание суда окончено. Ты во всем виноват. Папаша, я, конечно, та еще сволочь. А сама она не могла инсценировать. У меня были все доказательства налицо. Что вам еще от меня нужно? Что вы хотите, чтобы я сделал? Ты что-то скрываешь? Мне плевать. На всех! На всех! Ты не понимаешь, с кем ты живешь? Единственное, что мне нужно от тебя, чтобы ты мне нашел мою дочь. Мстить не хотят. Они хотят наказать.